15 я загружал крамером. И, кстати, у меня неплохо получалось. Да, это реально. В принципе, ты к мышке привыкаешь, когда надо опустить, когда надо поднять. Но, честно, это просто геморрой. Просто невыносимо прям. Я надеюсь, он не будет так вот. Иногда вот... Ну да. Иногда, типа... Вот сидишь, подбираешь слова, чтобы не ругнуться матом, но понимаешь, что кроме мата там больше ничего не подходит. Что? А почему выполнен на 15%? Это мой контракт. Камня-дробилка, который я тут езжу. А я думал, я сдал это, думаю, что-то 15%. Думаю, в смысле, сейчас еще столько же бремен привезти или что? Ником. Чего, блин? Не, это убийство. Не выполнишь? Не, выполнишь, но тут они в кустах, в зам, и тебе надо между деревьями ездить, искать их. Они тут, конечно, жесть. Флажком подмечены, но... Тут, кстати, амбар можно какой-то купить, там, где лодка делается. Тут лодку построить можно. Ну, туда надо завозить эти материалы. Чекой? То есть понял. То, что делается на лесопилке, надо завозить. Ой, нет. Это надо сначала бизнес нормально развить, потому что это вообще жесть будет. Да, это надо выйти в какой-то пассивный доход, чтобы деньги шли, капали, потому что по-другому не получится. Найми ты эти бессмертные, меня просто взял, он специально врезался, зачем, я не понял. Я пол перекрестка проехал, он взял, мне просто в борт въехал. Я уже подумываю, может, ну его нафиг этот вот контракт на камне-дробилку. Ну, я, так ты его доделай уже, но типа... Просто в следующий раз его не бери. Так вот именно что? Я думал, что приедешь, там, знаешь, два камешка. Раз... Знаешь, почему я остановился? Потому что я врезался в Наймита. Я врезался в Наймита, а он как бетонная стена оказался, короче. Так вот именно. И тачка целая. Ну. А фура улетела куда-нибудь. Да-да-да. Не хотел бы я быть водителем фуры в этой ситуации. С учетом того, что я сейчас за рулем. Не, второй я... Ой, тут еще мост. Жесть, тут еще, короче, мост. От второго я лучше откажусь, если честно. Что там у тебя? Разложился? Да, я, короче, застрял на мосту, и меня фуру подкидывает. Блин, все, я использую мод силы, это будет проще. Короче, я понимаю, у тебя тоже не сахар, как у меня сейчас тут. Как-то разбросаны. В этом кружке красными. Мне надо их искать. Флажки эти красные. Прицеп в дереве застрял, блин. О, нашел. И рядом еще один. Есть. Блин, жесть, ну ты издеваешься. Меня взяло вообще на крышу перевернуло. Да серьезно, я врезался в секую, меня перекинуло вообще в воздухе, потом на крышу. Я, короче, обманул систему, я взял прицеп руку. К доскам. Да ну его нафиг, со мной дружить этот прицеп. Найти. Я тут вручную уже практически кружу. Все, я наконец-таки загрузился. Ёшкин кот. О, олень стоит на дороге. Блин, я, короче, забыл закрепить груз, и у меня два бревна потерялось по дороге. Да вроде нет. Сейчас. Вроде все, закрепил. Все поставил обратно, два бревна закинул. Нашел? Нет. Ты до сих пор вообще не сделал? Нет. Это мне опять обратно везти, да. Кстати, аренда фуры 0,7. То есть, получается, через где-то минут 10 уже снимет бабки за нее. Но, в принципе, я с нее только что $45 000 заработал. Но она отбила уже свою аренду. Даже в несколько раз. В 20 раз практически. О, нашел. Подожди, не делай. Я сейчас приеду, я хочу посмотреть, что там. Я под текстуры провалился. Нормально. Блин, жесть. Карта багованная, новая. Новая и багованная карта. А, ну да, такой камушек, так слушай, найти реально тяжело. Так оно еще просто тяжело, что ночь. О, это вот все, что осталось, да, от него типа? Да, и все. И теперь мне еще надо таких. Я уже подумываю, может... Уже готово. Выпилить тут все. Закрыть? А, выпилить? Это же нельзя, это же не наша территория. Как-нибудь. Можно выкупить. А интересно, эти камни мне показываются, я что-то реально найти не могу ни один. Ого. Их по флажкам. Я можно. Вот бегаю там. Их можно найти по флажкам. Возле камня. Ну, наверное, мне надо в экскаваторе. О, я нашел один. Едь сюда. На мой ник. Еду. Это он? Да. И как я его должен, блин, найти?
Ну, сбивай, я пошел довезу. А то, о, там пробка как раз. Тут, кстати, наймит стоит на переезде. Мне вот интересно, что сделал бы с ним поезд? Да проехал. О, если в них... Нет, так если, получается, я в него врезаюсь, он стоит на месте, что будет, если в него врежется поезд в наймит? А он вроде бы просто проедет это насквозь. Насквозь? Да. Надо это будет затестить. А кто хочет увидеть это в следующем ролике, пишите комментарий. А контракты еще появятся на перевозку? Потому что у меня 0,7, по идее, 10 минут, я еще могу 1-2 сделать. Ну, они там, ее. Насколько я знаю, появляются раз в какое-то время. То есть там раз в час. Или, ну, или на месяц они там количество ограничено. Ну, они на месяц, скорее всего, количество ограниченное, но и они по времени. Потому что, слушай, 45 тысяч долларов заработали за... Я перевернул фуру. А, нормально, все поставил. Ну смотри, сейчас я завезу, ты вылезешь с трактора, я залезу и к себе телепортируюсь, помогу тебе найти. Потому что там реально их мало осталось, и очень тяжело. Не, ну я сейчас поищу. Смотри, я рядом с тобой был минуты 3 или 4. Ну, типа, прикинь, сколько я это все время искал. Мы искали вдвоем, получается. Вот. Там реально будет тяжело их найти. Я уже камеру отдалил. А я вообще искал даже не... Я вон... Как спутник. В смысле, не работает? Не включается. О, нашел. Надо будет, если он будет такой крамер по акции, надо будет его приобрести. Он полезная штука для заданий проходить. И я думаю, это было последнее задание такое выполненное. У меня там еще одно есть, которое я взял. Но я от него лучше откажусь. Вот ты камни найти не можешь, да? А я на них застреваю. Я тебе отвечаю, я вот заехал, у меня, короче, задние два моста крутятся в воздухе. А сколько денег твоя задача стоит? 5500. Оно того не стоит. Ну, вот трындец, как не стоит. Еще и аренда этого, да? Ну, аренда обошлась 1500. Да, блин, ты убил сколько времени. Я за это время, наверное, 2 рейса сделал. Так вот именно. Ты за это время 2 контракта выполнил, а я один не могу закончить. Так, начальник, давай я помогу. Днем и все видно, то... Может, да, быстро выполнишь это задание. Эти флажки, они красным светом, они красные. И ты их просто-напросто будешь видеть. Ну, я видел, я ж прошлый, мы ж тогда нашли с тобой. Но. Понимаешь, я, чтобы его не потерять, хожу не... Типа полосками, вот я участок забираю какой-то. Оп, прошел. Ну, извините. Я не знаю, это бред. Это вообще какое-то... Я бегаю от третьего лица, я его бегаю, ну, то есть, полосками, как зебры. Я ни одного не нашел еще. Я уже половину бежал, кстати. Не, их надо днем... Мне тут уже, чтобы ты понимал, мне сидит уже жена, помогает за монитором искать камень. Маша, ищи камень. И собака. Со всеми. Которая зовут Молли. Мы сидим втроем, смотрим в монитор. Всей семьей в монитор смотрим, ищем камень. Фарминг. А, о, я нашел один. А где ты? Мы нашли. Всей семьей нашли камень. Вон, а, вон, вижу. На карте посмотри. Еду. Не, ну, тут 2 ты уже сбил. То есть, тут, мне кажется, маловероятно, что здесь будет. Может, поехать просто кусок другой скалы отдолбить? Не, мне кажется, не прокатит. Я уже здесь был. Я по второму кругу бегу уже. Так вот, я тут уже тоже не знаю, сколько кругов нарезал. А ты в курсе, что тут на деревья можно лагом залазить? Короче, я до середины дерева долазил. Ладно, все, блин, давай камень искать. Я думаю, что тут отвлеклись. Ёшкин кот. Последний причем. Последний причем, да, его будет одного на такой большой территории очень тяжело найти. Короче, вот эти задания больше не берем. Это невыносимо. Ну, кто-то ж придумал это. Кто придумал, тому надо Оскар поставить. Я уже пешком пошел. За за гениальный геймплей. Гениально просто. Как можно было... Где можно его вообще было засунуть? Чтобы он вот один и единственный. Мне уже, если честно, пофиг на эти 5500 долларов. Мне просто интересно, где он? Вот именно что. Ну, куда? Самое обидное будет, что за это время, сколько мы тут бегаем, ну, 100% пару раз да ты рядом с ним пробежал. Вот ты нашел несколько штук, да? Я там мимо проезжал, смотрел, ты камерой вертел, и нет, и не нашел. Давай, ну его нафиг, не?
Да пошло оно. Блин, обидно. Один камень, вот один. Не, у меня уже сил нету. Вот они же, по идее, респавнятся на бум. Ну, получается. А потом, ну он же был. У меня там просто уже, у меня сейчас на глаза уже квадратные просто. У меня уже вообще все, все плывет. Все одинаковое. Ну, давай это завяжу еще одно. И какой-то старт у нас уже есть. Собственная техника, собственная лесопилочка, собственный участок и, конечно же, дом. Конечно, в идеале было бы купить что-нибудь, но пока так. Не, ну смотри, трактор есть, прицеп есть. Ну да, его... Да, только вот фуру бы, чтобы задачи выполнять. И знаешь что, я понял, что я не вижу смысла покупать 20-метровый. Если выполнять задачи вот такие вот, как эти, то какой-нибудь 15-метровый есть прицеп, чуть поменьше хотя бы. Надо посмотреть, их там три вида идет. Потому что это невыносимо. Вот по лесу с этим прицепом 20-метровым ты зацепляешься за дерево, тебя там на 360 разворачивает. Там. Или вот это... Ой, я чуть не перевернулся. Или чуть не переворачиваешься. Там. Ну, такие вот ситуации. Есть, это смотри. Просто жесть. Они как бы... Он как бы, да, хорошо, 20 метров. В него много помещается. Но по сути... Лучше пару раз ездить без геморроя, чем мучиться вот это вот все. Там вот сейчас я чуть опять не перевернулся. Можно его этот можно продать. И есть на 12 метров. А, он же не в аренду, да? Но. И есть на 12 метров, а есть на 15 метров. Ну тогда хреново вообще. Не, ну я чё? Я думал, он в аренду. Так, а... так его продавать невыгодно, там цена же уменьшается. Ну, да. Он же уже поюзанный. Он поюзан. Давай тогда уже ставим, но он уже мучится. Что делать-то? Не, может просто фуру поменять еще, знаешь, в чем вся суть? Поменять фуру. Ну да, может. Или у меня руки кривые, хотя это не удивительно было бы. С учетом того, что я в прошлый рейс я два раза перевернул, и раза три чуть не перевернул фуру. Та Вольва, что в начале была, которую сдали, вот она, кстати, получше. Да, Вольва. Вольва, да? Я только что поезд размотал. Ой, жесть. Ты сдал в аренду эту штучку? Да, я все отдал. Короче, автовыгрузка хреново работает даже. Он не хочет выгружать бревно. Я уже вручную его выкидываю. Ох, ёшкин кот. А, не, нормально, тут ехать близко вообще. Трактор так вообще, я думаю, может на лесопилке оставлять и не мучиться. Ну да, когда надо взяла, в принципе, у нас там рядом поле, там что-то спилил, все, пошел, покатался. Даже если купится надо. Какой-то... Ну, все равно, смотри, секвой, типа, оно не поднимает, а мелких деревьев там не особо таки много. Ну, можно потом, как спилим все оттуда, а я чувствую, с нашим размахом это будет очень скоро, надо брать в аренду нам технику и засеивать это поле. Ну, просто, допустим, купится дополнительная техника какая-нибудь. Я думаю, все равно можно оставлять ее тут на лесопилке. Ну да. Мы будем знать, что она вся стоит в одном месте, допустим, эта техника и все. Так, что у нас там по лесу? О, уже 29 тысяч. На лесопилке. Офигеть. И еще один контракт на валку, на валку сухостоя. Ну, такой геморройное занятие. А сколько за него дают? 3000. А, я думаю, может отменить его. Отменяй. Там просто надо их искать, эти деревья, которые вот именно отмечены. А. Но. Тоже, блин, пока найди этот маркер, блин. Так да. То есть, пока маркер этот найдешь, еще что-то. Такое себе. Я понял. Удовольствие. Ну, самая, походу, выгодная и прибыльная ситуация, это тем, что чем я занимаюсь я. Перевозкой? Просто ездишь. Да, просто ездишь, просто перевозишь с учетом арендного прицепа. Ой, арендного... Меня развернуло на 360. Только что. С учетом того, что...
Не-не-не, с учетом того, что этот прицеп автопогрузки, я застрял на камне. Прицеп с автопогрузкой, поэтому очень легко. Можно, я думаю, может, какой улей поставить? 1-2. Или, может, не надо? Это вот я привез одно дерево. И было 29 леса, стало 36. И я привез одно дерево только. Она уже не хочет загружать, понимаешь? Ей уже не нравится. У меня одно бревно улетело. Что, устала, уже может работать просто. Ну да. Блин, за аренду сняла, да? Я пропустил момент. Я смотрю, у меня сейчас час написан. За аренду фуры списала, это там 2000. Да, ничего страшного. Ну да, это по сути мелочь. Блин, а куда бревно-то улетело? В ручей. Я надеюсь, я все бревна собрал. Сейчас закреплю сразу груз. То я помню, в прошлый раз у меня не получилось немножко довести в целости сохранности. Я тут потихоньку по одному бревнышку вожу. Возле дороги выкашиваю этот лес. А ты вручную тягаешь или трактором? Нет, трактором. Да, резких поворотов она не любит. Да, ее надо эту большую брать такую. Я вот думаю, может прицеп поставить возле дома. Да-да-да, я так и сделаю. Так я ж привожу сюда прям материал. Надо будет какую-то машину, чтобы пни повыкорчевал. С участка нашего? Да. Ну да, они же будут технике потом мешать, чтобы засеять. Ну, я думаю, что секвоя, ну, это большая секвоя, больше будет давать леса. А она там непонятно как дает. Там, может, просто неправильно сделали, реализовали что-то. Я думаю, с багами. Ну, немножко со следующим обновлением оно все исправится. В принципе, обновлений же не было еще никаких. Ну, кроме самого выхода патча. Опять одно бревно не разгрузилось. Так, что я, фуру сдаю? А, сейчас я поставлю прицеп на место. Поставь там прицеп и, где-то возле нас. Я сейчас дерево... Да, можешь, кстати, закрыть. Контракт закрыть. Сейчас я только дерево отгоню. Интересно, как мы там с тобой вдвоем живем в этом сарае? Тысячи колеса. А, колес задних-то нету. Ну так нету. А койка-то одна. Ну. Да? По очереди спим. Ну да, в этом парне ничего не подумайте. Или вольфу. Не. Так. Леса у нас 47 тысяч на лесопилке. Так, а контракт? Все, я прицепчик припарковал. Так, собрать, окей. О, шикарно. Здесь 450. Эскейт, техника. Ой, эскейт АВП. Арендная техника, грузовики. Вернуть. Да, показал. О, у меня, прикинь, принять запрос. Да. Ну, ты должен подтвердить, если ты не подтвердишь, то я не смогу, мы не сможем спать. Аж 66. И... Продзят по кредиту. А, точно, у нас же 200 тысяч кредита. И что у нас? Я что-то забыл. Интересно. А, да-да-да, сейчас. А где они появляются? Наши... Планки 39 литров. Не, у нас не 500... планки. Площадь на 573. Или просто так... Вот здесь, наверное, нет? А, вон стоит, смотри. Во, под крышей. А, во, в натуре. 1000 единиц. Сколько это? 700 килограмм. Это 5000 долларов получается. Видел? Ага. Как она сбоку выглядит? Ну да. И это здесь она будет появляться? Ну да, вот смотри. Вот смотри, сколько тут места, в принципе, офигеть. Угу. Да тут неплохой такой навесик, да? Ну. Слушай, за 250 тысяч целая лесопилка, офигеть. Ну. Круто. Так и щепа еще будет появляться. Да-да-да, только вот где? Вон там. У нас уже есть, там написано. Вон, вот тут вот она будет вроде бы появляться. Щепа 11 литров. А что-то мало так, щепа 11 литров. А, щепа, нет, у нас не будет появляться щепа, наверное. У нас щепа появляется только тогда, когда мы делаем планки, а мы планки не делаем. Mm-hmm. Вот, видишь, за целое, за все это время тогда
Видишь, В общем, две планки и балка, если будем делать, то будет появляться щука. Ну, да. Подписывайтесь на каналы, ссылочки будут в описании. Пишите ваши комментарии. До новых встреч. И пока. Пока-пока. Пока-пока.